Рассказывает Елена Безуглая. 10 лет назад Ольга и Владимир основали танцевально-спортивный клуб «Импульс». Импульс чувств, энергии, выразительности, страсти, искренности, слагаемых бального танца. За это время коллектив стал известен не только в Украине, но и за рубежом, в Чехии, Германии и Англии. А 4 года назад неугомонная чета «Рожок» решила создать что-то необычное. Так родился театр танца с одноименным названием. Сейчас в репертуаре «Импульса» уникальная шоу-программа. В течение часа на сцене меняется калейдоскоп костюмов, музыки, характеров и танцев. Вальс, испанская коррида, блюз-рок, ча-ча-ча. Всего 10 мини-спектаклей. В танцевальной труппе 12 человек. Однако всех желающих заниматься бальными танцами принимают в школах и многочисленных студиях при театре. Самое яркое впечатление от фестиваля в Шотландии, которому, кстати, исполнилось 50 лет... Сама атмосфера, атмосфера праздника, атмосфера доброжелательности, доброжелательности людей, атмосфера вот эта царит на улицах, на площадях, в парках, на спектаклях. Театр «Импульс» приглашает земляков на свои выступления.